Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы начинаем и проводим второе занятие кружка любителей гегельской диалектики в соответствии с тем планом материалистического истолкования диалектики Гегеля, который нами был установлен, который был изложен в прошлый раз. Вот. И, соответственно, сегодня мы начинаем как бы сначала. Вот открываем объективность. Там написано второй отдел, а мы будем считать, что это первый для нашего изучения отдел. Но второй отдел остается, мы никуда не можем его двигать. Но вот для изучения он будет теперь первым отделом. Начинаем мы с объективности. И что интересно, вот если теперь свежими глазами начать читать этот раздел «Объективность», видно сразу, что пошли мы с вами правильной дорогой. Правильной дорогой, потому что иначе, так сказать, вот приходится Гегелю обращаться к так называемому онтологическому доказательству бытия Божия. А как доказывается бытие Божие? Кто может сказать, как доказывается? В чем состоит онтологическое состояние бытия Божия? Ну, сам задача доказать, что Бог есть. Он есть слово. А? Он есть слово. Слово Бог. Что значит слова? Бог всемогущий, а вы его тут сразу принизили. Слова. А? Причина всех причин. Например. То есть причина вам. Ну, а есть эта причина? Так нам вам надо доказать, что есть эта причина или нет? Может, причин много, а первопричины и нет. Надо доказать. То есть как-то вы знакомы с Гегель излагает, в чем суть онтологического доказательства. Вот вы можете доказать бытие Божие? Ну что такое? Как? Что изучали. Тем более мы это проходили. Мы как бы теперь с вами вот эту часть заново проходим, уже по новому плану. Ну вот, давайте обратим внимание, внимательно будем читать, что пишет Гегель, вот, критически. Внимательно, потому что Гегель, ну, обдумывал, наверное, как написать, и ему надо было из этой ситуации тоже как-то выбраться. Потому что на чем кончается учение о сущности? На инстанции, да? Ну, инстанция – это внутреннее, так сказать, движение. Движение вовне. Чего? Сущности. Правильно? Так если сущность двигается, это значит относится к чему? К бытию. Если сущность двигается, то есть наверх, куда она двигается? К бытию. Но уже к какому-то другому бытию, которое и просится назвать объективностью. Но вместо этого вдруг почему-то идет субъективность у Гегеля. И иначе и не может быть, поскольку он изначально, и, наверное, прежде чем написать «Науку логики», стал твердым идеалистом, объективным, и, соответственно, этому и строил. Так сказать, даже можно сказать так, что человек должен до конца это, чтобы доказать, что это или так, или не так, до конца провести какую-то линию последовательно. И посмотреть, что из этого получится. Вроде там все получалось хорошо, а вот здесь мы сейчас встретимся с некоторыми удивительными вещами. Вот говорится, что в первой книге «Объективной логики» страница у нас это 124. Называется второе дело. Мы его изучаем как первый. В первой книге «Объективной логики» абстрактное бытие было изображено как переходящее в наличное бытие, но также и возвращение, и возвращающееся в сущность. Если оно возвращается в сущность, а значит, оно не уходит из сферы бытия, правильно? Из сферы объективности. Во второй книге мы видели, что сущность определяет себя так, что становится основанием. Основанием. В силу этого вступает существование. Ну вот в этом смысле существование основанное, правда, на этом самом основании. И реализует себя в виде субстанции, но снова возвращается в понятие. А вот где оно возвращается в понятие, мы это не могли это увидеть. Потому что это не во второй книге. В второй книге понятия нет. Во второй книге есть субстанция,
А понятие только есть в третьей книге науки логики, в субъективной логике, правильно? Поэтому, но снова возвращается в понятие, это бездоказательное утверждение. Относительно же понятия, же, мы прежде всего показали, что оно определяет себя так, что становится объективностью. Прежде всего. А как это вы вдруг его стали показывать, что оно становится объективностью? Хотя мы должны продолжать то движение категории, которое было. Мы разбирали объективную логику, так? Учение о бытии, учение о сущности, и нужно было двигаться от этой объективной логики куда? Дальше. Так и а как это мы вот начали вдруг становится объективностью? Ну, в этом смысле можно сказать, что оно становится, только не прежде всего показали, а становится объективностью, когда, так сказать, вот идет этот этап. Вот если оно становится объективностью, так надо тогда и взять объективность. Но если становится это оно объективностью, так получается так, что понятие это откуда взялось? Ниоткуда. Снова возвращается в понятие. Она не может, субстанция, снова возвращаться в понятие, потому что она может снова вернуться в сущность. Снова можно вернуться только назад, А вперед-то вернуться нельзя. Поэтому вот здесь вот начинается это вот неудобство и путаница у Гегеля, связанная с его позицией объективного идеалиста. Вот. И тогда к чему прибегает объективный идеалист Гегель, он прибегает к Богу. Само собой явствует, что этот последний переход по своему определению торжественен с тем, что в прежнее время выступало в метафизике как умозаключение от понятия, а именно от понятия Бога к его существованию. Или, как так называемое, онтологическое доказательство бытия Божия. Но все равно получается, от понятия Бога к его существованию, а мы же остановились-то не на понятии, а остановились мы на сущности, правильно? И сущность снимает себя, но от того, что она снимает себя, снятая сущность, вот надо посмотреть, что это такое, и тогда мы попадаем, если просто называть понятием снятую сущность, тогда да. Но тогда все равно надо начинать продолжать с того, чего мы достигли? А мы достигли пока снова поверхности объективности, поверхности объективного мира. Да? От сущности поднялись к являющимся формам, сначала там к явлению от закона, а потом к действительному, и, наконец, инстанция, от которой мы ожидаем дальнейший переход. Но эта инстанция – это категория чего? Это категория сущности, а сущность – это объективная логика. Объективность. Как объективность превратилась в понятие? Ну а в чем, так сказать, хитрость этого онтологического доказательства бытия Божия? Хитрость его в том, что, так сказать, те люди, если они верующие, возражать не будут, если им будешь это объяснять. Потому что Бог всемогущий. И Он – совокупность всех реальностей, какие есть. А бытие – это одна из реальностей. Значит, Он есть. Ну, раз есть, тогда и вопроса нет. Логично? То есть, как если вы принимаете, что Бог – совокупность всех реальностей, а кто с этим спорит? Будете спорить, что Бог – совокупность всех реальностей. Другое дело, что реальности у Гегеля там понимается как определенности. Как это бытие? Как это бытие становится определенностью? Оно же определенность, а не бытие. Ну, вот такое было доказательство, потому что сидели люди в разных местах, которые служили Богу, а служба была не такой уж тяжелой и хлебной, и придумывали эти самые доказательства бытия Божия. Поэтому вдруг Гегель ссылается на это для того, чтобы как-то запутать вопрос, как, откуда появилось его понятие, откуда оно возникло. Еще места для него нет. Известно также, что возвышеннейшая мысль Декарта, согласно которой Бог есть то, понятие чего заключает в себе его бытие. Чего ж тут возвышенного такого? Прямо вставляется. Бог есть то, понятие чего включает в себя его бытие. Но тогда Бог – это и материя.
Потому что понятие материи включает в себя твое бытие, правильно? Точно так же. Почему тогда его называют как-то по-другому? Опять в Новой Зеландии не понравилось там что-то. И почему это возвышеннейшая мысль, согласно которой Бог есть то, понятие чего заключает в себе его бытие? То есть, а если понятие заключает в себе его бытие, то он как большой начальник освобождается от доказательства своего существования, потому что все, он сразу так постулируется, что вот и вы есть. Он этим подтверждает то, что в первом мире было написано. Да, да. Ну, то есть еще и Декарт. Не только это делали служители церкви, но и Декарт. Ну, Декарт тоже идеалист. Поэтому он, на кого он ему опираться, ссылаться Гегелю тут? На Декарта. Вот. После того, но он все-таки не может не отметить, что после того, как она опустилась до плохой формы формального умозаключения, а именно до формы упомянутого доказательства. Так они ничем не отличаются, эти формальные умозаключения, это возвышенная мысль Декарта. Что была в конце концов побеждена критикой разума и той мыслью, что невозможно выколупать существование из понятия. А это сделал Кант. Кант раскритиковал это. Вы можете так относиться к Канту, можете сяк, но Кант, вот это положение, что, дескать, можно из самого понятия Бога достать, выколупать его существование, так не делается. Вы сначала возьмите то, что существует, потом будете говорить о понятии. Так что Кант, вот про Канта он так не говорит, что уж так вот возвышенно он делает. Ну, просто она была побеждена, эта точка зрения Декарта, надо признать. Что вот эта вот точка зрения Декарта, согласно которой это Бог есть то понятие, чего заключает все его бытие, и это курсивом показано, побеждена критикой разума, то есть Кантом. И той мысли, что невозможно выколупать существование из понятия. Ну, раз невозможно выколупать существование из понятия, а у Гегеля сначала идет вот субъективность, а потом объективность. Сначала идет понятие, и разбираются всякие движения мысли, разные умозаключения, суждения, а потом из этого выходит объективность. И что из этого выходит? То есть из этого всего выходит механизм, как выясняется. Как может выйти из умозаключений механизм? То есть совершенно понятно, здесь вот такой логический сбой, но вполне объяснимый. Потребовать от Гегеля, чтобы он отказался от своего идеализма, мы не можем. Во-первых, его нет. Во-вторых, заслуга Гегеля состоит в том, что до конца он этот объективный идеализм провел. И тем самым из этого, что даже такое видно, что даже такой последовательный и глубокий человек, как Гегель, если он становится на позицию идеализма, ему приходится где-то, с истиной расставаться на какое-то время. Не получается у него, с логикой у него тогда не получается. Вот не скажешь, что он слабый логик, что у него, нелогично это получается. Вот. Дальше он продолжает все это обсуждать. Видимо, это больной для него вопрос. Он другой бы бросил, да пошел незаметно так. И так вроде бы никто и не заметил. А он тут все равно... Далее мы там же на странице 95 и во второй части на странице 462 осветили встречающиеся в онтологическом доказательстве определение совокупности всех реальностей. Но существенного предмета этого доказательства, то есть связи понятия и существования, касается только что законченное рассмотрение понятия и всего хода развития, через которое оно определяет себя к объективности. Ход развития понятия определяет себя к объективности, а не объективность – в своем развитии определяет себя к понятию. К понятию. Вот что получается тут у него прямо предположено. Понятие как абсолютно тождественность с собой отрицательность, есть определяющее само себя.
Выше мы указали, что уже поскольку оно раскрывается в единичности, чтобы стать суждением, оно полагает себя как реальное, сущее. И эта еще абстрактная реальность завершает себя в объективности. Ну вот в этом месте как раз объективный идеализм Гегеля и проявляет себя совершенно однозначно. Поскольку он не говорит, что это вот одного человека, это не субъективный идеализм, а он говорит о понятии, которое как бы вот есть. И откуда оно, где оно, как оно оказалось? Его же нету, но при окончании первого тома. Нету этого понятия. Значит, оно вот так раз начинается, давайте, говорит, будем говорить о понятии. А что он будет говорить о понятии, мы в прошлый раз разбирали. И когда мы разбирали, он чувствует себя, так сказать, не совсем удобно. Поэтому он даже такую вещь допустил, такой, который все вот так ограничил, везде названия, везде номера и так далее. И вдруг идет предисловие. После предисловия что может идти до содержания? Введение можно идти. Введение. А это не... Это было, предисловие уже было. Введение не написано. А что это такое? Ну как-то надо тут... Что-то надо как-то объясниться, чтобы так гладко потом перейти к понятию. А гладко и не получается. Мы в прошлый раз разбирали, и, так сказать, совершенно понятно, совершенно ясно, что он там, ну, почти даже подошел к материализму, но как бы если перешагнуть эту планку, он уже не мог. Это сделали другие люди. Причем это сделали такие люди, которые тоже, да, тоже это сначала впитали в себя. Маркс и Энгельс же были гегельянцами сначала, младогегельянцы, в кружок младогегельянцев входили. Но в отличие от Гегеля, они так вот потом решили, что нет, не пойдет дело. Послушали Фейербаха, почитали его книгу «Сущность христианства». И хотя вот не очень сильно они так превозносили Фейербаха, но ведь именно Фейербах их побудил к тому, чтобы перевернуться. Вот Маркс не раз говорит, что Гегель стоит на голове. Но Гегель-то стоит на голове изначально, а вы-то чего были стояли на голове? Так Маркс и Энгельс тоже стояли на голове. И кто их перевернул? А их перевернул Фейербах. Скажите спасибо Фейербаху. Энгельс и сказал спасибо. Есть книга «Хорошая Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Вот, собственно, с того момента, когда Фейербах написал эту книгу, началась, так сказать, другая философия уже, которую развивали Маркс и Энгельс. Философия, которая шла не от объективного и не от идеи, а шла от материи. И хотя сам Маркс, вот, ой, сам Фейербах к этому подтолкнул Маркса и Энгельса, но такой вот системы он не создал. А если вы не создали системы, то значит вы это еще не утвердили. Вы как бы только сказали. И поэтому вот всякого рода, как у Канта, критика чистого разума. Там критика, и разные книги у него все, критика, критика. Ну хорошо, вы критикуете, давайте свое. И Маркс тоже с этого начал. Критика политэкономии. Так оно и задумывало его, так. И готовилась. Поэтому сначала были просчитаны все предыдущие работы крупные по политэкономии. Потом, значит, получилась такая работа. Три книги, которые предшествовали написанию «Капитала». Вот. По существу, это и есть критика политэкономии. Но они не основные работы Маркса. Да, это совсем не основные. После этих работ у Маркса было написано две огромных рукописи. «Экономика, философские рукописи» 58-59 годов и 63-64. И вот когда он эти обе рукописи написал, в которых есть, например, определение таких понятий, которых нет в самом «Капитале», потом появляется уже «Капитал». «Капитал» сначала тоже носил название. А, «Теория прибавочной стоимости» называется вот то, о чем я говорил. Три книги «Теория прибавочной стоимости». Это что? Это рецензии по существу на предшествующие работы. На работы Кинея, на работы Адама Смита, Рикардо, теории прибавочной стоимости. И вот этот заголовок, намечавшийся, потом стал подзаголовком. Критика политической экономии. Но разве смысл «Капитала» в том, что это критика?
Или смысл капитала в том, что это развернутая система, позитивная система политической экономии, соответствующая интересам рабочего класса и соответствующая понятию истины. Вот что такое. Но так, так сказать, слово критики ходит. Скажем, мы знаем писателей, Белинский критик, говорят. Так он писатель или критик? Критик. Он великий критик, конечно. Но все-таки он идет по разряду критики. А те, кого он критиковал, идут по разряду писателей. Ну вот, а Маркс наоборот, он хоть все время там критика-критика говорил, но он, конечно, понятно, что он создатель фундаментальной системы политической экономии, пускай его теперь критикуют. И вот некоторые его критикуют, и раскритиковать никто не может, потому что ничего подобного в экономической теории нет. Я однажды, поскольку мне приходилось поступать после математико-механического факультета в аспирантуру непосредственно, по политэкономии, я решил, что мне надо, ну, там сейчас будет же экзамен, надо же знать эти вещи. И я здоровую купил книгу Бесса Легмена «Современная экономическая теория». Она еще здоровая, еще и по формату такая вот. И все лето ее читал. И главный вывод, который я делал, кто в лес, кто по дрова. Ну, какой-то человек решил так излагать, вот, его понимание экономики. Я написал. А другой вот так, вот это так, это. Но есть и более последовательные, скажем, работы. Есть, скажем, такая математическая школа политэкономии. Вот. Читаю я эту математическую школу, готовлюсь к своей диссертации и читаю вдруг этого нынешнего научного руководителя высшей школы экономики. Он тогда был аспирантом, как и я. И он из этого Блюмена, который написал вот эту субъективную школу, огромными страницами скатывает плагиатор, то есть научный вор. Вот этот научный вор сейчас является руководителем, научным руководителем высшей школы экономики. Вот, а у Блюмена до войны вышла вот, так, вот такая книга, такой толщины, субъективная школа в политэкономии, в том числе математическая школа. Так что, если человек хочет, субъективная школа более последовательная. Да, и там с субъективной точки зрения все решает. Вот вы же, когда голодные сейчас съедите первую порцию, она там очень полезная, а вторую порцию уже не так полезна. А третью порцию вам захочется с кем-то разделить. А уже четвертую, как бы вас не стошнило. Поэтому вот, то есть полезность снижается по мере этого. И вот предельная полезность. Ищите вот предельную полезность, и так, вот теория предельной полезности. Можете это дело увеличивать до того, пока не будет этому положен предел, то есть пока это не будет давать прибавление потребления и так далее. Она последовательная, выдержана в этом смысле в одном стиле, и они объясняют цены именно тем, что вот цена устанавливается на уровне предельной полезности. Но они это объясняют, но не доказывают, никакого доказательства нет. У Маркса доказано в «Капитале», все это объяснено. Вот, так что Гегель тут оказался в сложном положении. Вот смотрите, он уже успел сказать, что величайшее это высказывание Декарта, а потом величайшее высказывание тут же Канта. Но Канта не назвал. Просто критический разум. Может, его критический разум? Это же Кант. То есть, как бы я и с теми дружу, и с этими дружу, я вообще с умными дружу. Ну, у меня уже там написано же вот про понятие, я давно хотел написать. Теперь я должен продолжать уже, ну, обратного хода нет. Пусть другие потом мучаются в кружке или где хотят. А я пошел дальше, вперед. Чтобы стать, оно полагает себя как реальное, сущее, понятие себя полагает. Откуда оно взялось, понятие? Оно нигде, генезиса понятия нету. Это еще абстрактная реальность завершает себя объективности. Если может показаться, что переход понятия в объективность, страница 125, посмотрите наверху, есть нечто иное, нежели переход от понятия Бога к его существованию, то надлежит, с одной стороны, принять в соображение, что определение содержания
что определенное содержание Бог ни в чем не изменяет хода логического развития, что онтологическое доказательство есть лишь применение этого хода логического развития к тому частному содержанию. В итоге он прислоняется к этому онтологическому доказательству бытия Бога. Ничем не отличается. Бог или нет, все равно. Все равно он есть. Как все равно? Есть Бог. Это же совокупность всех реальностей. Ну, не важно, есть, не есть, но все равно как бы... Ну, есть. Как не важно, когда он прямо с этим вот солидаризируется. И он говорит, что это есть лишь применение этого хода логического развития к тому частному содержанию, что это более общее развитие. Надо идти вообще от понятия к его существованию. Вот он говорит, что понятие вот этого бытия Божьего – это частный случай того, что он делает. То есть он тут твердо становится, или утверждает себя, или подтверждает, что он объективный идеалист. Что он идет от понятия к существованию. И поэтому и также и к понятию Бога это и относится. Вот читайте, что написано. Если может показаться, что переход понятия в объективность есть нечто иное, нежели переход от понятия Бога к существованию, то надлежит, с одной стороны, принять в соображение, что определенное содержание Бог ни в чем не изменяет хода логического развития. Есть Бог, нет Бога, все равно логическое развитие идет от идеи к материи. Вот и все. А Бог тут ни при чем. Хотите это? Частный случай. Частный случай, да. Это у них так. Там есть у церковников, а у нас по-другому. У нас есть абсолютная идея, и вот она развивается в материю. Да. Это есть лишь доказатель, онтологическое доказательство, есть лишь применение этого хода логического развития к тому частному содержанию. Субъект лишь в своем предикате приобретает определенность и содержание, а до этого, чем бы субъект ни был, для чувства, созерцания или представления, он для познания через понятие есть лишь одно название. В предикате же вместе с определенностью начинается также и реализация вообще, то есть реализация в предикате. Если есть предикат, то значит есть и вещи. Вам хорошее яблоко? Если яблоко хорошее, то есть и яблоко. Плохой, то... Да зачем вам плохое яблоко? Вот, подумайте сами, Валерий Александрович. То есть это вот беда объективных идеалистов, им приходится тут вот вертеться. Выкручиваться. Это неубедительно. Вот. Чем бы субъект ни был, для чувства, созерцания, представления, он для познания через понятие есть лишь одно название. Понятно? Вот кружок ваш, где вы староста, товарищ Мордовин, одно название. Чем бы оно ни было для вашего там чувства, созерцания и для вас всех, кто здесь присутствует, это одно лишь название. Это для познавания через понятие. Вот когда поймете, что за кружок, вот тогда вот уже кружок. В предикате же вместе с определенностью начинается также и реализация вообще. Прямо в предикате реализация начинается. Не предикат это то, что прилагается. Там роза есть растение. Вот если вот в предикате начинается вот это растение. Но предикаты следует понимать как нечто такое, что само еще замкнуто в понятии. То есть опять их нету. И предикатов же нет. Да нету. Нет, как нету? Они есть замкнуты в понятии. Понятие же есть. Ну, понятие есть? Есть. У вас есть понятие? Значит, есть предикат. А раз если есть предикаты, все в порядке. Стало быть, как нечто субъективное. Субъективное, с которым мы еще не вышли к существованию. То есть все-таки с субъективного начинать, даже не с объективного идеализма, а с субъективного. И никак он отмотает этого субъективного идеализма, здесь уже приходится ему говорить о субъективном. Ну потому что понятие, кто-то ведь его излагает. Да. Поэтому либо надо прямо говорить об абсолютной идее, а идея у него потом. Он потом к ней приходит, к абсолютной идее. Ну то есть как бы она приходит сама к себе. А он, раз он еще к ней не пришел, он не может говорить. Значит, он приходится ему говорить о понятии, а понятие у субъектов. И раз понятие у субъектов, то приходится переходить на язык субъективного идеализма. Дескать, понятие будет, и вот понятие хлеба как хорошо разработаете, и так вот приходите, открывайте хлебницу, там лежит. Да, до этого хлеба. Дмитрий Олегович, вы уже к этому подошли.
Вот вы зайдите сегодня, посмотрите, там точно лежит. Вот некоторых вот до этого не дошел, можете не открывать. Ничего там нету. Так. Поэтому, да, значит, предикаты следует понимать как нечто такое, что само еще замкнуто в понятии, стало быть, как нечто субъективное, с которым мы еще не вышли к существованию. Вы еще не вышли к существованию, вас еще нету. И вас нет, молодой человек. Чего смотрите? Нечего смотреть, нет вас. Вы еще не вышли к существованию. Собственно, я тоже ведь не вышел, поэтому мы с вами одна компания. Постольку, с одной стороны, реализация понятия, конечно, еще не завершена в суждении. Ну, конечно, а как она в суждении может быть завершена? А с другой стороны, но с другой стороны, вот у него мысль все-таки не успокоилась. Но с другой стороны, и голое определение некоторого предмета через предикаты, если оно вместе с тем не является реализацией, и объективированием понятия тоже есть нечто столь субъективное, что оно еще далее не есть истинное познание и определение понятия предмета. Тире, есть нечто субъективное в смысле абстрактной рефлексии и не постигнутых в понятии представлений. Кто нас может дальше спасти? Кто? Только Бог. Вот и написано. Бог как живой Бог, а еще более как абсолютный дух, познается лишь в своем действовании. Вот. Если кружок работает, значит, так просто кружки не работают. Значит, есть Бог. Потому что если бы Бога не было, давно бы этот кружок и накрылся. Логично же? Вот вы все сомневаетесь. А? Не один Бог, как, например, в индуистских. Ну, вы начнете тут еще. Тут объективный идеализм. Какой? Бог один, всемогущий. А название Бога тут не говорится, какой Бог. Написано «живой Бог». Живой Бог, и все. А зачем его напрягли? Но уже есть тогда понятие. Не сказано же, как его зовут. У него в Библии вообще два имени, так что... Нет, вообще его на три же дела. А? Его же на три дела. Бога на три дела. Это его ипостаси, никто его не делит. Это его проявление. Ну, проявление. Ну, так это зачем делить-то, это не делить? Это он... Многостаночник у него, это есть. Бог как живой Бог, а еще более как абсолютный дух, познается лишь в своем действовании. Человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах. Ну вот подумайте сами, если сколько лет уже действует кружок, могло это быть без Бога? Без Божьей помощи. А вы без Божьей помощи можете вот этот прямой эфир сделать? Не можете. Степан Степанович, вот видно же, что так вот ничего не соединяет. Видно же, вот работает, я вот говорю, а потом раз и тюленев, который здесь не сидит, раз и вывешивает. Ну, может это быть без Божьей помощи? Я считаю, что нет. По крайней мере, вот Гегель, он с такими инструментами дела не имел, и, конечно, он думал, что это только вот с Божьей помощью может быть. Ну, и считайте, что это название, это такой электронный Бог. Или, как сейчас говорят, искусственный интеллект. Хотя, на самом деле, если он искусственный, то это не интеллект. Потому что интеллект не может быть искусственным. А это какое-то средство. Ну, это средство производства самое. Или средство обработки информации. Это звучит как? Звучит плохо тоже. Искусственная голова, если у вас было бы, звучало бы хорошо. Вы искусственной головой думаете или естественной? Кому делать пересадку головы? Мы тут вот не делаем пересадки головы, мы влияем как-то на голову в какой-то мере, так сказать, внутри, снаружи, но пересадку мы не делаем. Человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах. Это видите, где написано второе дело? Объективность. Где эти рассуждения об объективности? Самое, что ни на есть, про Бога, о том, что Бог... Есть, а не где? В объективности. Ну, раз есть, вот он есть, он и есть. Объективный идеализм, да еще с Богом связанный. Не такой объективный идеализм, как вот мы представляем Гегеля, это абсолютная идея. Абсолютная идея у него в конце. Это он долго-долго потом очищается еще от Бога, приходит. Вот, говорит, мое, вот то, что я сделал. А что ты там говорил раньше? Ну, а что я мог делать? Раз я сказал, что я идеалист, я последовательно как идеалист и иду. Как он его здесь рождает? А он Бог вас проверял,
Найдете вы или нет? Испытание делал. Он и пророков своих испытывал, и нас испытывает. Додумаетесь вы до этого или нет? Так, тем более человеку уже рано дано было наставление познать его в его делах. Вот. А почему уже рано давно было? Ну, рано давно, изначально. Еще и человек-то был не вполне. Еще и человека, потому что не было, уже было. А уже наставление было. А он уже под этому наставлению уже и действовал. Ну, Бог его наставлял. Но если вы что-нибудь хорошее сделали, думаете, это вы придумали? Нет, это вас наставил Бог. А если плохо? А? Мне вот поручил Бог наставлять, как руководителю кружка. Я и наставляю. Но мне-то кто-то должен наставлять, так же не бывает. Так что вот куда мы погрузились. Таким образом, да, лишь из них могут издел. Могут проистекать те определения, которые именуются его свойствами. Свойства Бога, они появляются из его дел. Это материалистично, правильно? Как вот что делает? Вот. А какое главное дело он делает? А он присутствует. А раз присутствует, значит он есть. Так, человек уже, это я уже писал, говорил, вот, который именуется его свойствами, равно как в них же содержится также его бытие. То он критиковал это определение Бога, вот, онтологическое доказательство. Сказал, ну так нельзя это выводить-то. Ну нельзя, только что написал. А тут же сразу к нему и примкнул. Ну а что делать? Он еще был директором только, когда это писал, директором Нюрнбергской гимназии. А потом стал профессором Берлинского университета, а потом ректором был Берлинского университета. И вот это таких уже революционных книг уже он не написал. Те книги уже менее революционные. Малая логика хуже для изучения, чем эта большая. Это как бы учебник для вузов. А это вот книга. Таким образом, постигающая в понятии познание его действования, то есть его самого. Если вы постигаете какие-то действия хорошие, вот это вот. Если хорошие, значит это Бог. А если плохие действия увидите, это что? Не Бог. Ну как вы это отрицательно какое-то даете определение? Кто это сделал? Черт тоже Бог. Ну кто? Ну кто, скажите, кто? Бог. Нет, черт попутал. Что вы не знаете из этих теорий, вопросов? Теории. Чего вы не знаете? Ну если не то вы сделали, это не на вас же надо валить. Черт попутал. Вот вам говорят, как вы могли такое допустить? А вы, вам же нужно выкрутиться из этой ситуации. Как в случае все сказать? Черт попутал. И уже не будут вас ругать. Все. Ну вот что вы скажете, если я? Вот я то сделал неправильно, это неправильно. Но черт же отрицание Бога получается. Ну вот его много мудрости. Что значит отрицание Бога? Вот Бог всемогущий, кого хотел и создал для того, чтобы вас наставлять. Может, потому что он одному не справится с вами. Без черта. Да. Кто-то должен же и грязную работу делать. Вот. Вот для этого есть и Бог, и дьявол. Только что не знаете, он падший ангел. Ну, падший ангел. Сын Бога, он как создатель. Это жизнь. Он допустил падение ангела. Так он мог, но... Нет, так он мог не допустить, но допустил. Ну, возможность же не содержит в себе обязательность. Он может и допустить, и не допустить. Ну, он не допустил. А потом, вы кто такая, чтобы осуждать Бога? Гордыня, вот она, вот беда. Надо склониться. Вот я вижу, вы сразу и склонили. Он звонит, докладывает вот сразу. Так. Таким образом, постигающий в понятии познания его действования, то есть его самого, схватывает понятие Бога в его бытии, и его бытие в его понятии. Ну вот и все.
Так что вот мы видим, что вот в разделе «Объективность», когда начинается объективность, и она начинается с чего? С Бога. Вот она, эта объективность. Поэтому, значит, хоть мы и поставили такой задачей, давайте будем изучать с объективности. Она сразу подсунула гениальность. Ага, он знал, что мы сюда пойдем. Он же всемогущий, он знает. Все, ему для него не спрячешься. И он сюда нам наставил всяких идеализмов в самом начале, вот здесь. Так что нам и от этого надо абстрагироваться. Идем дальше. Ну, конечно, трудность найти бытие в понятии вообще и равным образом в понятии Бога становится непреодолимой, если это бытие должно быть таким бытием, которое встречается в контексте внешнего опыта. Вот. Только не проверяйте, не надо. Есть Бог, и все. Не надо никакого опыта. Он чувственно восприятие. Вот это очень важно. То есть он сразу защищается от критики материалистов. Это самый конец страницы 125 и начало 126. А? Опыт же это бытие, соответственно. Опыт это не бытие. Опыт это проверка того, есть или нет. Это эксперимент. Не надо никаких экспериментов, не надо никаких проверок. Сказано вам, есть Бог, и все. Никаких вот. Непреодолимый. Но он говорит, не говорит, что те мы плохие. Он говорит, что у него непреодолимый тогда его работа по пропаганде объективного идеализма. Трудность найти бытие в понятии вообще и равным образом в понятии Бога становится непреодолимой, если это бытие должно быть таким бытием, которое встречается в контексте внешнего опыта. Или выступает в форме чувственного восприятия. Ну, то есть не надо, чтобы это чувствами воспринимали. Это прямо вот если он раньше говорил, мы на прошлом занятии видели, как у него в разделе о понятии говорится о восприятиях, о материи. Вот не надо этого ничего. Не надо. Иначе трудность непреодолимая. У него получается непреодолимая. У нас-то не получается непреодолимая трудность. У нас все хорошо. А у него получается. Вот, подобно статалерам в составе моего имущества, чем-то схватываем только рукой, а не духом, видимым по существу внешнему, а не внутреннему оку. Внутренним оком надо смотреть. Если бытием, реальностью истинной, именуется то, чем обладают вещи, как чувственные, временные и приходящие. Если философствование, рассуждая о бытии, не поднимается выше чувственности, то к этому обстоятельству присоединяется еще и то, что, говоря о понятии, оно не покидает чисто абстрактные мысли. Это последнее противополагается бытию. Ну, вот, вот, так сказать, его отношение к материализму. Привычка принимать понятие лишь за нечто столь одностороннее, как абстрактная мысль, сделает для многих уже затруднительным признать то, о чем говорилось выше, когда мы предложили рассматривать переход от понятия Бога к его бытию, как применение изображенного нами логического процесса объективирования понятия. Где он его изобразил? Нигде он его не изобразил. Из раздела понятия ничего там такого не следует, там никакого ничего подобного изображения вот этого движения нет. А все это движение сводится к повторению онтологического доказательства бытия Божьего. Все. Так называемого доказательства, ничего не доказывающего. Однако, давая экспозицию чистого понятия, мы указали еще далее, что оно есть само абсолютное божественное понятие. Ну вот, показали мы. Там он не говорил, что оно божественное понятие, когда вот мы смотрели. Мы это же изучали, вот как раз тот раздел. Ничего подобного. Здесь вот. Потому что не получается у него переход. Переход от сущности к понятию есть. А в чем состоит переход? А вот в этой книге переход. Когда есть показ от объективности через ее развитие и до. Собственно, мы этот план с вами изобразили в прошлый раз. Что вот по этому плану и получается этот переход. Мы не отрицаем этот переход, но этот переход состоит в том, что первое дело – объективность, там будет механизм химии жизни. Второе дело уже, отдел уже – субъективность, потому что когда жизнь появляется, вот, вот жизнь на известном своем
на этапе своего развития в виде человека начинает обладать понятием, да? Вот. И там будет и понятие, и суждение, и умозаключение. А третье дело – идея, как и у Гегеля. Только идея появляется не без телеологии, а начиная с телеологии, потому что идея появляется тогда, когда ставится цель. Если цель не ставится, то никакой идеи не может быть. Цели нет, так идея у меня туда пойти, туда пойти, туда пойти, туда пойти, туда пойти. И уж такая троичность у Гегеля, троичность, троичность, троичность. Вы посмотрите вон в оглавлении. Последняя, самая хорошая идея истины, идея познания. Всего из двух. А и Б. А где В? Или С? Ну как так? Нас уже приучили. Мы уже как те люди, которые натренированы, сразу спрашивают. А где третье? Нету третьего. Смотрите. Идея познания, вторая глава, страница 188, я имею в виду оглавление. А. Идея истины. Б. Идея добра. А где С? Ну как это без С? А вот как мы с вами договорились, вот у нас третий отдел. И телеология это А, вторая глава идея познания это Б, и третья глава абсолютная идея это С. Все нормально. Мы, так сказать, можно сказать, помогли Гегелю дооформить это все дело до того, как он обычно и делает. Ну, уже заканчивать трудно было книгу, сами понимаете. Человек на первых двух научениях о бытии и учении о сущности много сделал, потому что учение о понятии, оно вот в той части, которую мы с вами изучали, оно от Аристотеля идет. Там такого особенного вклада Гегеля ведь и нету в эту классификацию. Он просто несколько другую классификацию сделал, другое понимание. А как это понимать, идеалистическое и материалистическое, это от этого, от этих всех силлогизмов не зависит, как вы понимаете. Суждение, умозаключение, понятие, вы о чем судите, о Боге или судите о материи, какая разница? Но все равно понятие также делится. Понятие, суждение, умозаключение, только подстановка другая. Так. Ну вот это стоит посмотреть. Видно, что вот он тут вынужден, так сказать, крутиться, как-то выходить из положения. И не очень это появляется. А такие выражения, это самый конец страницы 127, как быть, являться, явление, действительность, равно как и голое бытие, противоположной действительности, употребляется в различном смысле также и за пределами философии. И еще большее смысловое различие имеется между всеми этими выражениями и словом «объективность». Так объективность тогда как у него понимается? Различие большое, очень большое смысловое различие. То есть объективность отличается от бытия, отличается оно от явления, от действительного. Ничего себе объективность тогда. Вот, и следующий абзац, страница 128. Объективность имеет двоякое значение. Значение чего-то, противостоящее самостоятельному понятию, но также и значение чего-то в себе и для себя сущего. Поскольку объект в первом смысле противостоит тому «я равно я», которое в субъективном идеализме высказывается как абсолютная истина, он есть многообразный мир в его непосредственном наличном бытии, мир, с которым «я» или понятие вступает в бесконечную борьбу лишь для того, чтобы через отрицание этого ничтожного в себе другого придать первичной самодостоверности означенного «я» действительную истину его равенство с самим собою. Ну, это хорошо же написано. Вот он описывает, в чем состоит материализм, в чем состоит материалистическое понимание. Сказывается. В более неопределенном смысле объект означает вообще такого рода предмет для какого-нибудь интереса и деятельности субъекта. Ну, тут он правильно понимает, а там неправильно понимает. В противоположном же смысле, то есть вы уже в его, слово «объективное» означает такое в себе и для себя сущее, которое свободно от ограничений и противоположности. Разумные основоположения, совершенные произведения искусства и так далее называются объективными, поскольку они свободны и выше всякой случайности.
В материализме это называется так, что они могут быть по содержанию объективны, а по форме субъективны. Все произведения искусства по форме субъективны, безусловно. Абсолютно все. Почему? Потому что это другая форма постижения мира, о чем Гегель написал еще гораздо раньше. В феноменологии духа. Так. Хотя разумные, теоретические ли или нравственные основоположения принадлежат лишь сфере субъективного сознания, только субъективного сознания, тем не менее то, что в них есть в себе и для себя сущего, называется объективным. Познание истины видит в том, чтобы объект познавался таким, каков он есть, как объект, свободный от примеси субъективной рефлексии. А праведное действие видит в следовании объективным законам, которые не имеют субъективного происхождения, не могут быть произвольными и не допускают трактовки, извращающие их необходимость. Ну и где эти законы? Он только что нам рассказывал, что закон и явление соотносятся так, что явление – это проявление закона. А, кстати, в этом разделе, вот смотрите, что получается, это ревизия того, что он делал, появляется закон совсем другой. Вдруг. Почему же это? Уже был один раз закон. Как же он снова появляется, закон? Нехорошо. Закон. И причем маленькая какая-то буквочка такая «Б». На странице 142. 142. 142-я страница. 142. 142. Страница 142. Вот. И вот там появляется опять закон. И про закон говорится очень мало. Это что? Это против того, что раньше говорилось про закон? У нас же была пара диалектическая. Закон и сущности и явление. Закон является, а явление закономерно. Оно, проявление этого закона. В законе ясно обнаруживается более определенное отличие идеализованной реальности и объективности от внешней реальности. Что это за идеализованная реальность? Откуда она взялась? Идеализованная. Идеализованная реальность может появиться только если его так понимать, этот закон теперь совсем по-другому, как проявление абсолютной идеи. А как она иначе может быть идеализованной? Там ни о каком идеализме не было речи. Да. Ну вот, наконец-то вы пришли к Богу, Валерий Александрович. Наконец-то вы осознали. Долго надо было к этому уйти. Давно бы пришли, и все было бы легче. Может, Библию взяли бы, да и читали. Да, пролистали бы. Не обязательно и читать. Так, ну вот, смотрите, значит, мы добрались здесь вот в рассмотрении того, что он все-таки говорит. Это все идет... Разговор объектив, под названием «Объективность» – второе дело, как бы введение, это все объективность. Так. Ну, далее. Так как понятие должно также и восстановить свободное для себя бытие своей субъективности. Понятие должно восстановить. Не человек в своем понятии должен восстановить, а понятие должно восстановить понятие, которое было раньше. Раньше и выскочило неизвестно откуда, потому что из инстанции понятия никак, из субстанции никак не выскакивает оно. Нет же там такой пары, субстанция, понятие, нет такого. То появляется такое отношение понятия, как цели к объективности. Вот у нас это вот и запланировано, чтобы цель у нас появилась там, где надо. И опять-таки мы там ничего не меняем по содержанию, но в плане это будет там, когда пойдет речь, а об идее, там сначала появится цель, телеология. А там будет и средство, субъект, цель, средство, выполненная цель, то, что надо. Ну и поэтому дальше пойдет идея познания, а потом уже абсолютная идея, как единство идеи познания, идеи преобразования мира. И все еще красивый, вполне материалистический конец. Так что поблагодарим Гегеля за то, что у него этот идеализм был там в начале раздела, а это все вышло на широкую дорогу. Кончается материей наука логики или понятие? Нет.
Понятием. Мысль кончается, кончается понятием. Понятием. То есть понятие выходит из материи. Материи. Ну а вы чего хотели? Какие претензии у вас к Гегелю? Да, ну там проявлял колебания по пути. Вот, значит, завершается это вот на странице 129, вот это все его попытка как оправдаться здесь. Появляется такое отношение понятия, как цели к объективности, в котором непосредственность объективности становится чем-то отрицательным по отношению к понятию. Не понятие чем-то отрицательным по отношению к объективности, а объективность по отношению к понятию отрицательна. И долженствующим подвергаться определению через его деятельность. Но здесь понятно, что цели к той объективности, которая есть, и речь идет о преобразовании той объективности, которая есть, в другую объективность. А не цель превращается в объективность. Цель, так сказать, она цель преобразования той действительности, которая есть. И тем самым получает указанное выше другое значение чего-то самого по себе ничтожного, поскольку оно противостоит понятию. Ну да, то, что является предметом обработки или переработки, предметом, над которым работает преобразующий его человек, конечно, оно в этом смысле ничтожно. То есть... Камень, все что угодно. Ну, вся деятельность по производству материальных благ состоит в том, чтобы признать эту заготовку ничтожной и сделать из нее деталь. Но необходимой. Итак, во-первых, объективность выступает в своей непосредственности, моменты которой в силу тотального характера всех моментов в своем самостоятельном безразличии друг к другу существуют как объекты вне друг друга. Вот это вот, это, во-первых, прекрасно присоединяется к учению, к завершению учения о сущности, и мы можем считать весь этот разговор, который прошел до этого момента, в общем-то, и ненужный, и его можно было бы перенести, так сказать, в комментарии. Объективность выступает в своей непосредственности, моменты которой в силу тотального характера всех моментов в своем самостоятельном безразличии друг к другу существуют как объекты вне друг друга. Это что такое? Механизм, как объекты вне друг друга. А в своем отношении друг к другу обладает субъективным единством понятия, лишь в смысле внутреннего или, иначе говоря, внешнего единства. Это механизм. Ну вот небесная механика. Если вы посмотрите на небо, вы увидите там, все это двигается, отдельные объекты, каждый самостоятельный, а есть центр. И таких центров много. Как известно, таких галактик много и так далее. То есть первый взгляд, так сказать, на небо дает нам, Бога мы там не увидим, а вот механизм увидим. И это небесная механика, так она и преподается. Небесная механика, и такая есть наука, небесная механика. Конечно, есть механика всякая другая, но и то, что говорится и о небесной механике, и тоже соответствует понятию механизм. Что такое механизм? Мы это уже с вами один раз изучали, сейчас мы снова пойдем. Это механизм предполагает внешнее соединение, внешнее сочленение частей. И если есть какой-то, так сказать, какой-то центр и какой-то порядок, то и центр внешнюю такую, внешнего действия оказывает, как притяжение, например. И порядок тоже внешний. Каждый вращается вокруг себя, и потом вокруг других сил и так далее. И когда человек начинает делать такие же вещи, то есть делает какие-то механические предметы, то он делает таким же образом. Вот. Объекты вне друг друга существуют. А существуют они, это существование, это относится к учению о сущности. Правильно? Вот. Это вот поэтому вот отсюда можно было сразу начинать этот раздел. Ну, раз уж Гегель тут наговорил про это все, ну, мы это дело рассмотрели. Но так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, то есть глубже начинаем это постигать когда, то их отношение становится их своеобразным, основанным на их законе, различием и таким соотношением, в котором их определенная самостоятельность снимает с себя. Это химизм. Например,
Если возьмете обычную соль, натрий хлора, она состоит из чего? Из металла натрий, который на воздухе может самовозгораться и легко режется ножом, и хранят его обычно в банке с керосином. Поскольку он может вспыхнуть, так как надо. Ну, не сразу, не обязательно. Может вспыхнуть, может не вспыхнуть. И если вы бросите его в воду, будет натрий ваш происходить. То есть он реагирует. И хлор – это яд. И вот нас обвиняли в том, что мы якобы, вот Россия применяет хлор в Сирии. А наши товарищи объясняли, что мы отравляющие вещества уничтожили. Между прочим, под контролем ОСХО. И Россия, и Сирия при нашей помощи. И вот только вот, наверное, мы слишком рано это сделали. Потому что как только мы уничтожили, нас стали все страны, которые не уничтожили, а именно Англия, Соединенные Штаты Америки, обвинять в том, что вот у нас, видите, отравляющие вещества. Мы говорим, а почему не уничтожили? А у нас денег мало, это очень дорого стоит. Только в 22-23 году. А там, согласно этому договору, ну как бы договорились, что вы уничтожите и я. И наши аж поторопились. Куда так спешить было? Ну поторопились. Денег много. Да, денег много. А у тех мало. В Соединенных Штатах Америки мало денег. Вот и все. Ну вот химия. А в-третьих, это существенное единство объектов, именно поэтому положено как отлично от их самостоятельности, оно и субъективное понятие, но положено как само по себе соотносящееся к объективности, как цель. Вот он тут человека пропускает, и жизнь тут он пропускает, и сразу переходит к телеологии. А от химизма надо идти к чему? К развитию, к биологии, к развитию живых существ, к жизни. Поэтому вот здесь... Что же это имеет в виду? А? Что же это имеет в виду? Ну, он куда-то жизнь у него тут упал. Химизм у него отдельно. У него же есть понятие. Вот у него есть глава жизни, но стоит не там. Вот на прошлом занятии мы с вами записали, что вот как мы будем изучать. Первая глава – механизм. Вторая глава – химизм. Третья глава – жизнь. И мы будем изучать не потому, что там у нас что-то мы другое там пишем. Мы просто берем этот раздел, ставим там, где он, туда ставим, где он должен стоять. А вот без жизни никакой телеологии нету. Опять телеология – это цель кто ставит? Ну, кто-то ставит. Он уже признался вот в этом кусочке, который мы разбирали, что тут есть Бог, и никуда от него не открутиться туда. Ну, раз он есть, и вот и это вроде была абсолютная идея тогда бы и была у него в начале, она у него в конце. Он, так сказать, вроде как освободился от Бога в конце. Ну, вот он освободился, и нас освободил, мы освободились. А раз мы освободились, все мы по-другому к этому подходим. Так он не мог абсолютную идею ставить перед человеком? Да надо было поставить. Вообще надо поставить эту абсолютную идею. Было. Вся эта субъективность надо было поставить в начале. Но субъективность божественную. Тогда было бы все хорошо. Тогда бы никто из нас к этому не придирался. Было бы все это лучше и понятнее. Вот, поэтому вот видите, здесь вот уже планчик тут, вот он первое, второе, совершенно правильно. А третье уже неправильно, телеология опять. А дальше смотрите, как... Так как цель есть понятие, положенное как соотносящееся в самом себе с объективностью, снимающее через себя свой недостаток, состоявший в том, что она была субъективной, то целесообразность, которая была сперва внешней целесообразностью, становится благодаря реализации цели внутренней целесообразностью и идеей. То есть заканчивает он идеей. А на самом деле он, так сказать, выходит, берет этого Бога, неочищенного сюда вставил. Если бы он закончит той идеей, вот считаете, что она и есть та идея, о которой идет речь, а он... Вот здесь показал, что иначе у него не построить никак. То есть логично его движение не получается. Ну, а у сторонников религии получается очень просто. Бог всемогущ, он совокупность всех реальностей, это одна из реальностей существования. Признаете, не признаете, если вы, вас на костер. И все дела. Ну, сейчас вот так не делают.
Ну, картинки не надо рисовать на пророка Мухаммеда и вывешивать. Все проверяют каждый раз, какая будет реакция. Реакция одинаковая. Отрежут голову. А не надо, потому что играть в эти игры. Мы же не надо быть, так сказать, играть на чувствах верующих. Вы им разъясняете спокойно. Вот у нас в кружке мы спокойно все разъясняем. Никого не критикуем так. Хорошо, не обзываем. Потихонечку двигаемся от объективного через механизм, химизм, организм к человеку, к жизни. А жизнь ставит цели. Человек уже как человек ставит цели. Поэтому телеология познает. Мыслит все, получается. То есть Гегель считал, что Бог мыслит, что и человек он мыслит, и природа мыслит. Это Гегель мыслит и Бога, и человека, и природу. Вот она. Бог же он чьим? Мы общаемся, Бог появляется. Ну он кто-то. Он кто-то должен, кто-то его выражает же мысли. Так он. Вот если вы правильно что-то написали, то почему? Значит, наставляет вас. Кто наставляет? Ну, кто-то есть. Откуда такие мысли у вас? Да кто поверит? Видите, никто не вот они собрались. Никто не верит. Сам. А это называется гордыня. Меня, например, Бог наставляет вести кружок. Тут у меня все в порядке. Я в безопасности. А вы смотрите за собой, как кто там за вами. Будьте внимательны. Значит, будем определять следующее занятие, да? Значит, через 2 недели. То есть у нас должен быть второй вторник следующего месяца, ноября. Какое это число? Десятое. Второй вторник? Десятое. Десятое? Да. Хорош. После Дня революции. Да, 10 ноября. Так, что мы будем изучать? А вот будем механизмы изучать. Как раз мы на этом остановились. Вот дошли, видите, первая глава, механизм. Механизм. Ну вот после той, так сказать, перестановки, которую мы делаем в изучении, да, после этой перестановки ясно, что немножко в другом свете получается рассмотрение тех же вещей, которые мы разбирали. Потому что мы, вот скажем, механизм так и будем рассматривать, как то, что перейдет в химизм, химизм перейдет в жизнь, жизнь дойдет до человека. Человек обладает, ставит свои цели, так, то есть человек занимается преобразующей деятельностью, и поэтому вот рождается и понятие. Для того, чтобы что-то преобразовать, нужно сначала выработать понятие этого и реализовывать понятие. И тогда истинность получается как соответствие объекта понятию. И трудовая деятельность, и производственная деятельность есть преобразование мира в соответствии с понятием, тем понятием, которое не только отражает этот мир, но и отражает, как его преобразовать. Вот. Тогда у нас все получается просто и понятно, по крайней мере, общая логика здесь ясна. Ну и ту задачу, которую перед нами там Ленин поставил, что мы должны материалистически истолковывать Гегеля и быть кружком любителей гегельской диалектики. Мы это чисто спокойно и делаем. Спокойно, обстоятельно, тут быстро не разбежишься. Вот, как вы видите, вот вроде бы по этим местам мы проходили, но вот много нового интересного находим. С одной стороны. А с другой стороны, не так и трудно за это время. Хотя я как вот руководитель занятий хочу сказать, что вдруг я похватываюсь, уже времени мало, а эти 2 недели проходят очень быстро. Это надо делать, это делать, надо же готовиться. Потому что есть люди, которые записывают, что-нибудь ляпнешь, и они потом в эфир дадут. Вот и дело. Да. И тут все товарищи, все понимают,
вот посадили потом, вот их спросят, они что-нибудь скажут, не то скажут, чего они там говорят. Чего они в кружке сидят вообще? Что вы такое там? Такое. Против Бога только, не надо ничего. А вдруг он есть? Так, спасибо, товарищи, за занятие. Значит, всем понятное задание и всем понятно время. 10 число, 10 ноября, в 19 часов, здесь же. Будем продолжать заниматься.